Друзья, продолжаем наш обзор с конференции компании «Теплодар». Рядом со мной Сергей Разумовский, ведущий конструктор котельного оборудования компании «Теплодар». Да? Ну, почти. Почему? Потому что руководитель направления. Вот так, руководитель направления котельного оборудования. И сейчас я попрошу Сергея буквально в двух словах рассказать о новинках, которые нас ждут в 2021 году, что появилось нового и что куда уходит, и чего мы больше с вами не увидим в ассортименте компании. Всем привет. Так, ну начнем, наверное, с вот этой вот композиции. Здесь представлен обновленный Купер ОВК в младшей модели. Это Купер ОВК 8 2.0. На него мы в данный момент установили обновленную пилетную горелку. Она у нас в новом дизайне. Плюс на самом деле очень много внутри изменений. Тут и жаровня у нас охлаждаемая, и колосник у нас потолще стал, и перфорация изменилась. И теперь ее можно установить и на котлы других производителей, не только Теплодара. Ну, там надо смотреть все подробнее, я думаю. Ну, это мы изучим, естественно, да? Здесь у нас пульт управления. Да, пульт управления у нас тоже новый. Польская компания Plume обновила свой контроллер, у нас был 350, это 360, то есть здесь тач-панели, новый корпус и новый функционал. Ну и также у нас обновился бункер, стал немного пожестче, стал в глянце светиться, и крышечка. Ого, огромный бункер. Ну в целом по этой композиции, я думаю, и все. Пойдем в зал, пока не пришли гости, у нас будет несколько минут для того, чтобы пробежаться по котельному оборудованию. Так, ну начнем прямо со входа. Так, это у нас старшая модель в линейке Cooper Practic V 22. Ну что с ней, по ней сказать. У нас получается огромная топка. Котел у нас, напомню, если кто-то не в курсе, двухрежимный. Ну, я думаю, заглянем, наверное, вот так. Здесь у нас створка перевода котла в два режима, либо здесь у нас в первом режиме работает варочная поверхность, то есть топочные газы проходят вдоль нее, либо так, переключаем, да? Да, либо наоборот, конечно, но либо в режиме получается обогрева, то есть все топочные газы приближаются к водонаполненному колоснику, и, соответственно, вся энергия, мощность идет на обогрев помещения, а не варочной поверхности. То есть та проблема, которая была, что варочная поверхность у котлов не работает, здесь уже решена? Да, здесь, причем нам удалось добиться там колоссальных 400-450 градусов на поверхности плиты. Соответственно, на ней можно готовить пищу полноценно. Так, друзья, так. Это что? Это новый Купер. Да, обновленный наш Куперок. Вслед за обновлением линейки Cooper Pro 2.0 у нас появился Cooper OK 2.0. И это, кстати, модель 15-я, знаковая модель, потому что, по сути, с нее и начинался Cooper у Теплодара. Ну, соответственно, здесь у нас визуал схож с линейкой Cooper Pro 2.0. Внутри, ну, получается, практически все то же самое. Ну, практически все то же самое, что и в прошке 2.0. То есть у нас шаг к колоснику, водотрубного теплообменника у нас изменился, стал подальше друг от друга, соответственно, удобно очистить и так далее. Ну и, естественно, мы увеличили объем топки. Это очень просили все. Створ изменился как-то по размерам? Створ дверцы. Створ дверцы у нас получается 240 на 240, он не изменился, но у нас добавился зато удобный лоток, как и на прошке 2.0. Соответственно, удобно загружать, и дверца получается у нас защищена. Супер. Так, ну пойдем дальше. Пойдем. О, это мы все с вами уже увидели, успели посмотреть. А теперь последние два экземпляра. Купер Протурбо.
Ну, по факту, с внешнего вида, если посмотреть, это классическая наша уже брошка 2.0 20-го года выпуска. Немного цвет отличается, немного кардинально, да? По факту, мы сохранили все плюсы, которые есть в обновленной версии Купера Про. Добавив сюда, получается, контроллер у нас по-прежнему европейского производства, это компания Plum, Польша. Вы ему дали свой корпус, по сути, только, да? По факту, да, то есть мы его нарядили, немного попытались повторить наши поверхности, то есть округлость формы, та же наклонная дверца, ну, то есть, ну, соответственно... Ну, чтобы дизайн был выглядел так завершенным. Да. Соответственно, контроллер у нас новинка. Я думаю, даже ни у кого еще такого контроллера и нет. Это мы ведем, скажем так, разработки с компанией Plum, то есть свои потребности и так далее им передаем. Они под нас, и, естественно, это, конечно, наших конкурентов, скажем так, появится, я думаю, в ближайшее время тоже. Ну, да ладно. То есть контроллер у нас по факту тачпанель. Напичкан он очень хорошо, соответственно, можно на него докупить кучу разных устройств, управлять там, грубо говоря, умным домом. Он регулирует, управляет вентилятором наддува, соответственно, в разных режимах это и классические режимы старт-стоп, и также режимы пит-регулирования, когда, подходя к определенной температуре, он снижает обороты вентилятора. И, соответственно, мы можем контролировать здесь как банально по теплоносителю. Кстати, вот такая вот еще штучка появилась. Сквознячок. Да. И здесь у нас есть датчик, цифровой датчик, то есть основной, и датчик, получается, безопасности. То есть он при дохождении 90 градусов, он по-любому отключит вентилятор, и, соответственно, рост теплоносителя, ну, прекратится. И также у нас есть датчик дымовых газов, то есть чтобы лишнее не улетало в трубу. Он контролирует, и, соответственно, если у нас там, ну, уставка температуры, допустим, 250 градусов дымовых газов, подходя к нему, он снижает вентилятор, и, соответственно, лишнее не вылетает, клиент экономит топливо. Здесь у нас добавилась очень интересная штука. Сюда вот, если это заглянуть, у нас здесь система подачи воздуха под колосником. То есть он не просто дует в колосниковую зону. То есть, правило, если мы смотрим на, ну, скажем так, конкурентов, у них банально вентилятор дует в никуда куда-то. Мы эту, ну, чтобы не повторяться, мы придумали вот такую фишку. То есть система распределения. Вот такая вот штука. То есть у нас перфорированный такой короб двухсторонний. И, соответственно, у нас воздух равномерно проходит под колосником. И тем самым у нас сгорает полностью топливо во всех зонах. Кроме этого, хоть он с виду немного не похож на Pro 2.0, но в любой момент его, в принципе, можно переделать в классическую прошку. То есть здесь у нас расположена заглушка, снимаем вентилятор. Эта история у нас тоже, получается, снимается. И это классическая прошка, по факту. Соответственно, на нее мы также можем установить и пилетную горелку, и газовую горелку, все что угодно. То есть мы идем вслед своей универсальности. Ну и качество. Обновленная линейка у нас. Соответственно, как я и говорил ранее, это уже наш стандарт версии 2.0. То есть глянец, удобство эксплуатации и, скажем так, тактильных эмоций. Внутри мы по факту обновили
улучшили, скажем так, расширили расстояние между теплообменными поверхностями с целью упрощения очистки, ну и эксплуатации устройства в целом. Это наша младшая линейка, самая маленькая 15 кВт, соответственно, и вслед за линейкой Pro у нас и будет расти дальше и объем бункера, и, скажем так, удобство загрузки. Соответственно, у 22-го, у 30-го там гораздо больше будут и двери, и пространство для закладки топлива. Помимо этого, мы пошли в сторону улучшения эксплуатации еще. Это у нас получается добавлен с двух сторон. Теперь у нас ревизионные окна, как с левой, так и с правой. Причем на одной из них, ну, ее можно переставить хоть лево, хоть право, это понятно. У нас располагается штуцер, заглушка здесь для отвода конденсата. В межсезонье клиенты, как правило, у нас еще клиенты ставят котлы с завышенной мощностью на своей площади. И, соответственно, в щадящем режиме его, да? Да, да, да. И, соответственно, дымовые газы у нас очень низкие в дымоходе. У нас на стенках теплообменника и в дымоходе образуется конденсат. Ну и, соответственно, у нас заполняется камера теплообменника. И все, что... Ну, то есть через этот штуцер можно будет слить жижу, которая образуется в котле. Клиент устанавливает при необходимости угольник и, соответственно, сводит это, отводит его в какую-то емкость. Вслед за этим, то есть снижение конденсата, у нас появилась вот такая вот маленькая фишка. Это центральное положение створки подачи газов. Крянчик, чтобы дверка не прогорела. То есть у нас здесь образуется канал, то есть частично идет по теплообменному каналу, частично пролетает напрямую в дымоход. Тем самым мы прогреваем дымоход, и в межсезонье конденсата становится меньше. Мы это все тестировали, пробовали. То есть это аналог клапана подмеса, да, такого? Только теперь подмешивает он горячие дымовые газы. Дымовые газы, все верно. Ну, в целом, вкратце так. Что ж, Сереж, спасибо большое за подробный рассказ. Удачи в продвижении новых котлов, обновленных куперов. И вы видели, что здесь есть на что посмотреть. Есть что более детально, может быть, в будущем мы вместе с вами изучим. Так что обязательно следите за новостями в наших соцсетях. Заходите на сайт farnax.ru, там появятся в скором будущем все эти новинки. Вы можете там посмотреть все характеристики, задать нам вопросы. Ну и, естественно, заходите к нам в гости. До встречи, счастливо! Всем пока!